Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vitz 2013 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 130 лошадиных сил, АКПП полный привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках хорошей резине, имеются повторители в зеркалах, пробег 134 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, ткань, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, режим эко, противотуманные фары, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.